Это не история мирового масштаба, как, например, пафосный фильм «День, когда Земля остановилась», где пришелец Клаату желает вступить в ООН, вразумить человечество, дать ему последний шанс на спасение, организовать вечеринку, построить радостные межзвездные радуги, устроить распродажу, раздать нищим дома чиновников, погасить кредиты, дать в долг... Нет. Авторы раскрывают человеческую сущность на примере небольшой группы людей. Как известно, мы живем в трехмерном пространстве, но можем представить себе мир двухмерный. Плоскость, где существа знают, что такое ширина и длина, но понятия не имеют и никогда не будут иметь, что такое высота. То есть мы на них можем взглянуть, а они на нас никогда. Вот и прот, словно существо из другого измерения, которому кажутся дикими многие наши особенности, вроде периодического желания кому-нибудь напакостить, и в мировом масштабе тоже. Его мировоззрение совершенно иное в корне. В то же время, как выясняется, и у нас могут быть свои преимущества. К примеру, институт брака, которого у них нет. Кто-то может посчитать минусом ленты то, что путешествие инопланетного нелегала так и остается всего лишь турне без определенной миссии. Эдакий космический туризм. Более того, создателям картины удается на определенном моменте, буквально на ровном месте, создать интригу, одурачить зрителя. Быть может, прот вовсе никакой не гуманоид, а псих с необычными способностями, вроде нашего стоматолога. Да, он помогает кому-то, кого-то заставляет взглянуть на мир другими глазами, но ведь мог бы сделать гораздо больше. Отчасти это так, но с другой стороны, возможно, здесь такой цели и вовсе не стояло. Скорее, сценарий направлен на раскрытие человеческого одиночества и несовмещения с окружающим миром. Это история и о человеческой трагедии, и о важности веры в мечту и в другую жизнь, и о важности помочь в трудную минуту. А эти мысли помогут пересмотреть не только фильм еще раз, но и свое существование. 8 из 10. Ставьте лайки, если понравилось видео, и подписывайтесь на канал. Это будет немалым стимулом делать что-то больше, что-то лучше.